Так, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу запросы. Так, запрос у меня такой давний, очень. Он меня мучает уже, наверное, год 3. У меня есть затык. Я не могу вести в сторис что-то такое, именно когда у меня идет из глубины, там из души какие-то вот, на какие-то такие интересные, важные темы. То есть, допустим, мне легко там все подряд, в общем, там, не знаю, снимать, там, показывать, могу других людей снимать, им помогать раскрываться. А вот когда камеру перевожу на себя, у меня какой-то вот затык, как бы так сказать. Мне это очень тоже мешает. И этот же затык у меня также перекликается, когда я пытаюсь написать посты. То есть тоже как будто бы, там, не знаю, на 1000 идей, как бы все так классно. Я думаю, вот это можно, вот я это, понял. Про это, про то. А, я понял. Как вы относитесь к чужим суждениям? Ну, даже сейчас вы мне говорите, у меня сразу так зажимается. Конечно, ну, у меня вот это и пошло, когда вот мне, ну, когда близкие люди мне, так сказать, там, мой мужчина, там, давнишний, там, бывший, так сказать, меня в этом не поддерживал, осуждал меня, и у меня прям так сильно закрылось. То есть раньше мне удавалось отбрыкиваться, допустим, то, что ты говорил, там, родители, мне было пофигу, то есть я отбрыкивалась и дальше шла. А это вот так сильно захлопнулось у меня вот это вот внутри, что я никак не могу открыть. То есть у меня даже был период, что я, например, даже просто камеру на себя наводила, мне же сразу плохо становилось. Вроде бы это более-менее прошло, как бы, но вот все равно мне прям... А мне прям хочется вот это все убрать и прям открыться. То есть быть самой собой, как бы, ну, суждение, короче, да, вот это вот очень такое мешает. Так, что-то зависло, может, опять. Да, что-то Евгений не вылетел. Сейчас, секунду, спрошу. Так, что-то я не могу понять, как... Да, простите, опять выкинул этот скринсейвер, включается. Какой я вам задал вопрос? И напомните. Ну, суждение. Как я отношусь к суждению? Прям даже это слово произношу. А, да, когда вы про сердце рассказывали... Да. Я спросил, что случится, если вы раскроете сердце? Что случится? У меня идет как будто бы... Ну, у меня идет как-то тепло, наоборот, расширение. То есть хорошо, наоборот, будет. Как будто бы классно будет и мне. И другим людям будет тоже хорошо. Ну, это ваше представление о том, что это будет классно. Но у вас же должна быть какая-то точка зрения, что должно что-то случиться нехорошее. Потому что если бы ее не было, то вы бы спокойно, как вы это говорите, открыли сердце. Mm. Вот, поэтому вопрос, что плохого случится, если вы откроете сердце? Ну, наверное, как будет идет, что да, не будет. Может быть, даже прям как-то, как будто любви не будет, что ли, я не знаю. Как будто я не получу взамен любви, вот этой вот теплоты, поддержки. Вот такое больше. Ну, хорошо. А что случится, если вы не получите взамен любви? Я расстроюсь и буду плакать. Ну, просто а что мне как бы важно и нужно, я хочу, и мне важно, нужно, чтобы мне прям вот именно верили, меня поддерживали. Потому что если мы эту важность с вами сейчас уберем, и какой будет ваша жизнь, если для вас не будет в жизни этой важности? Да-да, как будто все горизонты открываются. Как-то широко вот так начинаю видеть, ну, просто какой-то большой такой горизонт. Даже не вижу, что там, просто какой-то большой горизонт открывается. Важность еще есть?
Да как-то, когда смотрю вот на эту ширину, как-то нет, пофигу становится, понимаешь, что это круче намного. Вот вы выберите эту ширину, сделайте выбор быть этой шириной. Прям вслух сказать или как? Что? Вслух прям это сказать или как? Ну, или просто... как угодно. Тогда я прям ныряю в нее. Прикольно. Вот что-то новое такое даже. Ну, имейте в виду, что эта ширина — это вы. Это не вы в нее ныряете, это вы и есть. Прикольно, как будто у меня сейчас столько вообще еще себе неизвестного нового. Вы готовы выбрать быть ей? Ну, немножко страшновато почему-то. Ага. Ну, смотрите, давайте так. Любой выбор всегда можно перевыбрать. Выберите бытие. Если вам не понравится, мы выберем что-то другое. Ну да, хочу выбрать. Мне нравится. Мне все равно нравится. То есть все. Хочу попробовать. Потому что я вижу, что это что-то вообще такое. Другого уровня совершенно. Окей, что потребуется, чтобы вы выбрали? Подождите, у меня что-то происходит даже. Ой. Что-то у меня прям какие-то всякие картинки перед глазами пошли. Как будто какие-то трансформации, как будто старое какое-то уходит, и у меня прям что-то новое заходит. Такое. Не цепляйтесь за это, пусть оно уходит, просто позвольте этому уходить, не рассматривайте эти картинки. Да, хорошо. Прикольно. Ну, я чувствую себя сильнее, как-то по-другому. Там еще процентов 10-20 осталось. Вот что это за 10-20%? Значит, мама выходит, как будто бы, не знаю, не понимаю. Окей, вы смотрите на мир глазами мамы? Или вы просто купили у мамы какие-то точки зрения? Что легче, я смотрю на мир глазами мамы, или я купил у мамы точки зрения? Второе, да? Ну, второе больше откликается, да. То есть окей, все точки зрения, которые купили у мамы, которые мешают вам выбрать больше быть собой, давайте прямо сейчас отправим к маме с прикрепленной осознанностью. Просто расслабьтесь и получайте. То есть мне вообще ничего не думать не нужно и говорить. Я не понимаю. А что-то еще мешает? Нет, мне сейчас ничего не мешает. Просто есть новое состояние, поэтому мне пока как-то непривычно в них находиться. Окей. Но я чувствую, что как будто все ушло, и я вообще ничего не слышу, как будто шум весь куда-то ушел, и у меня вот так... Ну, конечно, сколько маминых мыслей в голове, они все время шумят. Вот сейчас, в этом состоянии, вам легко открыть сердце? Или оно у вас уже открыто? Как будто что-то еще что-то все равно, как будто чуть-чуть. Окей, что там еще есть? Ну, как будто сам, еще как будто что-то и папа как будто тоже появился. Папа? Ну да. Окей, тот же самый вопрос. Это вы смотрите на мир глазами папы или просто вы купили у него какие-то реальности? Как будто первое больше откликается, да. Окей, тогда скажите папе спасибо, папа, дальше я сама. Классно, мне кажется, даже он рад, как будто бы. Он сказал, наконец-то. Прикольно.
Вот все, мне прям сейчас прям вообще классно. Ага. Угу. Сейчас ну, прямо вот сейчас классно, сейчас я прям хочу пойти вперед и начать действовать. То есть вот я смотрю на этот горизонт, мне прям хочется пойти, причем как-то... Вот я чувствую себя, ну, не ребенком уже, а как-то взрослее, что ли, не знаю, как по-другому. Как сейчас взрослый чувствуется, если вы откроете сердце? Ну, вот сейчас нормально. Ну, офигенно, классно. Как будто я прям сама, ну, то есть, я сама творец, я сама как будто бы решаю, ну, что мне делать. Вот такое вот идет. Хорошо. Да, прикольно, классно вообще. Прям... Вот когда записываете рилс, видео, все такое, желательно в этом состоянии. Угу. Хорошо. Угу. Да, поняла. Ну, классно, спасибо. Очень круто. Записать не забыли? Нет. Окей. Хорошо, спасибо. Спасибо.